Привет, сегодня приехал в наш любимый магазин. Вот такая вот здесь тарелочка, где-то сантиметров 40, наверное, диаметр ее. Это то ли японская, скорее всего, мануфактура. Вот такой вот штемпель. И стоит она 20 евро. 20 евро стоит. В интернете сейчас заходил, в eBay стоит почти точно такая же за 9 евро. Только нет вот этих окружных цветов. Тоже кобальтовая. Тоже такой же штемпель стоит. Так вот. Цены выросли. Ну, красивая, ничего не сказать. Так, такая вот фигура. Мама ангел и ангелята. Со свечкой. Так, 6,50 стоит. Тут у нас Китай. Парцелиты. Такой бисквитный фарфор. Лошадка появилась. Лошадка появилась. 10 евро стоит. Маден. Тоже Китай. Китайская. Так, новый фарфоровый сервиз тут выставили. Не было здесь его. Метертайх. Метертайх старенький. Золото. Тарелочки. Кофейник. Так. Евро 20. 80 центов чашечки. Белый костяной фарфор. Так. Кофейник стоит 4,50 за штуку. Маленькие тарелочки 80 центов. Вообще даром. Наборчик на 10 персон. Скорее всего 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На 11 даже. Может, было на 12 персон. Осталось только на 11. Так, здесь какие-то вазочки греческие выставили. Да, это у нас Греция. Греция. 3 евро. Рисунки с золотом. 50. Такая 2 евро. Это кобальтовая. Это тоже кобальтовая. Да, они все кобальтовые. Синий кобальт. Тайваньская парочка, наверное. Штемпеля нет. Цены тоже. Евро 2, наверное, 3 стоит. Недорого. Чайник появился. Не было его тут. 6,50. Так. 670 номер только. Клейма никакого нет. Роен Бог 12 евро стоит. Какая большая кружка от Зельтман. Вот 50 стоит. Можно в ней хлопья есть. Также и чай пить.
большая такая. Хорошая. Вместимая. Еще один сервиз фарфоровый. Это у нас Ацберг. Чашечки по 1 евро стоят. Такие легенькие. 50 центов тарелочки. Вот одна чашка уже расколота, вижу. Тут можно выбрать на 6 персон. Сахарница есть. Есть молочник. Сахарница 50 евро, молочник 3,50. Кофейничек. Десертная тарелка 4,50. Так, посмотрим здесь, что у нас. Это суп антарина 5,50 стоит. Фактуры, конечно, нет никакой. Поэтому так и дешево стоит. Подсвечник Нахман. Один, правда, появился. Такая вот. Типа ваза с крышкой. 2 евро. Как фужер на ножке. Графин Нахман. 20 евро стоит. Такой простенький. 10 евро. Ваза 3 евро. Такая пупырчатая. Бомбоньерка 10 евро стоит. Хрустальная. Это хрусталь у нас 10 евро. Вот такая вот большая ваза. 9,50 стоит. Это у нас пепельница. 15 евро стоит. Крышка нам. Можно так сделать. Пепел стряхивает, он туда высыпает. Вот так коробочка смотрится. 15 евро стоит. Тут еще синяя хрустальная. 5 евро. От Йоська. Шлифована. Необычная вазонька. 5 евро, вроде недорого. Испачкана, думаю, коцана. Такое целое. Такой вот набор появился. Фламфест. Так, 3,50. Это у нас Томас. Томас. Кофейник. Дно. Фламфест. Пламяфест. Можно нагревать его на плите и пламенем. Молочника, наверное, подогревать. Молоко 5 евро стоит. И кофейник сам 5 евро стоит. Потом 3,50. Это у нас рулетница. Цен не показал. 8,50. Блюдо 4,50 тоже. Фламфест. Можно ставить на плиту, разогревать спокойно. Не бояться, что оно лопнет. Вот они такие вот, 4 штуки. 8,50 и 4,50 за штуку. И тарелочки по 2 евро. По 2 евро и по 1 евро. Мало, конечно, запчастей.
полный набор. Такие какие-то в горошку откала. Бокал. И блюдо. 2 евро стоит. Бокал евро 8 стоит. Так он черный, белый горошки, белый, черный горошки. Двух цветов. Так, такая тарелочка. Интересная. Посмотрим, мануфактура. Томас 2,50 стоит. Такие вазы 2,50. Две штуки. Что-то интересное такое. 4 евро. То ли все это коробочки за 4 евро. Это рамочки под фотографии. Фотографии можно сюда вставлять стекло. Еще одно. Две штуки. Подарочная. Так, маски появились. Опять с стороны папуаси подвезли 10 евро. Масочки. Ну, кто-то маски собирает, кто-то фарфор собирает. 5,50 такая вот. Вот такие. 2,50. Головы. Стоит красавец. С копьем. Копье сломали. В бою, видать. Все поломано. Только топор, наверное. Здесь лопнуло. Красавец. Так, очередная картина выставлена. 75 евро стоит. Художник. Домберг какой-то. Мурал и глаз шары 17,51, побольше, поменьше 12,50 за штуку. Посмотрим. Такой 4,50 сверху, такой 3,50. Остальное вроде все было. Очередные куклы выставили. 18 евро. Такая. Это у нас резиновая. Резиновая резина. По 20 евро. Это у нас уже фарфор. Куколка большая такая. Вон какой. Крупный, в хорошем состоянии, ботиночки, руки какие здоровые, как обхватит. Красивая, возможно, даже именно это, есть штемпель на 93. Тысячная серия из 1000. И такая вот еще смуглянка.
Молдаванка, видать, 15 евро. Шучу, конечно. В тюбетейке такое. Не знаю, что это. За мадамчик сидит. Тоже интересно. Как это было? Ванька 12.50 стоит. Тоже недорого. А эти были остальные. Клоун только. Клоун какой-то. Керамика. Так, два аиста. Два аиста поставили новых. 15 евро стоит. Точно муран глаз. Матрешки. 9, 9, 57, 54, 53, 55 евро. Вот такая маленькая, 3,50. Трубка 4 евро. Колокольчик 3,50. Белочка 12 евро. Так стоит. Никто не раскупил. €15. Это у нас от Гобеля. Дети. 48. На заборе сидит мальчик с птичкой. Вот это тоже 48. Девочка с мальчиком. Остатки набора английского. 80 центов. Тарелочки Indian Tray. Набор называется. Чашки по 1 €. Эти пирожковые по 2 €. Десертные. Тарелочки. Сегодня добавили здесь ваза на полочках. Такая вот в белом цвете. Розенталь. Стоит 6 евро. 12 евро стоит. Кайзер. Вот такая вот. Вот эти цветочки. Букетик. Такая вот простенькая. Это у нас Баройтер. От Баройтера 4 евро стоит. Так, вот такая вот бомбонерочка. Такое карамельного цвета стекло. 3 евро. Не знаю, возможно, хрусталь. Стоит 3 евро. Маленько в хрустале полазим. Вот эта ваза сегодня выставлена была. 20 евро стоит. Хотят за нее в хорошем состоянии. Да. Целая. Такая вот. Эти вот вчерашние были. Две вот эти. Одна 15, другая 12. Вот это. Вот такая вот ваза 5 евро. Тоже сегодня выставили. Так, смотрим, что еще сегодня выставили. Так, это была. Да, вот это еще выставили. Вот это была. Вот это выставили. 8.50 стоит.
такая вот, с отверстиями по окружности. 15 евро стоит. Много, сколько раз? 5 штук. Ура, 2, наверное, 3, 4, 5, 6. Скорее всего. Я тебе не высказываю. Такая вот грация гир. 15 евро стоит. Глазастые, два глаза. Ваза с глазами. Подсматривает. Тут еще один сзади. Три глаза. Такая рыбка, мурана глаз. Стоит 9,99. Собак. Далматинец. $9.99 стоит. Змея. Мурана глаз. Стоит 17 евро. Это чеснок. Ваза. 13 евро стоит. Такая вот вазочка. 6 евро. Тоже какой-то глаз. Такая вот еще. Это мурана глаз, да. 10 евро. Такая вот вазочка. Интересно. Vita Cristal. Made in Italia. Такая интересная вазочка. Цена 18 евро. 18 евро стоит. У нас какие-то. Это уточка мурана. 10 евро стоит. Тоже, наверное, по 10 евро. Тоже мурана. Да, мурана. Вот такая еще птичка. 10 евро. Вот такая вот ванночка цветастая. 13 евро. Тоже мурана. Модель Италия. Такая большая. Сверху как мята. Тоже мурана. Италия. Итальянская ваза. Большая такая. 17 евро стоит. 153. А у них в магазине 17 евро стоит. Такая вот ваза интересная. Тоже типа как мурана. Только это уже Винсент за глаз. Лезер. Стоит 15 евро. Так и поменьше тоже сверху мята. Мурана. Итальянская. Это сколько стоит? Не знаю, цены нет. Отклеилась, наверное.
Ну, тоже где-нибудь, может, 12-16 евро. Такие вот бокалы Мурана. Ну, как кружечки, бокалы. Так, тут такая вазочка стоит. Вазочка, может быть, фужер, можно с ним пить. У нас олово из олова сделано, 5 евро стоит. Тут я, может быть, прикуплю. В интернете смотрел такие, и 19 евро, и 25 евро стоит по-разному. Это чисто для коллекционеров. Перекуплю я сегодня. Так, здесь вот новые часы повесили. In USSR. Украинская, наверное. Янтарь. 39 евро. Механические. Два завода. Один завод для удара, другой для механизма. Маятник есть. Ключ. Там лежит. ДБ. Больше. Ничего такого хорошего нету. 14 евро кварцевые. Китайский, тайванский. Фарфор. Дешевый. Тоже кварцевые часы. Такие 12 евро. Настольные. Так, здесь новая сейчас охрана появилась. Такие вот в черных костюмах. Безголовые всадники. Манекены 20 евро за штуку. Кому надо. Вот такие вот охрана. Так, пройдем с Эрмитажа. Здесь новые выставки, картин. Такие вот картины. 45 евро стоит. Кто не видел, возможно, что-то тайновое выставили. Это 100 евро стоит. Альпы. Еще Альпы. Это у нас 60 евро стоит картина. Такая вот пастушка с баранами сидит. Альпы, 30 евро. Картина. Такая вот картина. Это у нас 28 евро стоит. Абстракция. 30 евро стоит. 10 евро. Цена не стоит. Или оторвали. Это закрыто. Там море чайки.
Может, корабль где-нибудь стоит. Вот такие вот дамы. Две картины. Здесь две или три, одна закрыта. Здесь тоже три штуки. Такие эти у нас по 150, что ли, евро там стоили. Вот это там стояло. Да, а, нет, 100 евро, да. 100 евро за штуку. 15 евро. Непонятная картина. Вот самая главная картина. Щелкунчик, что ли, какой-то. Да, это картина. Аж 4,50 стоит. Еще ткали.